Задачи для меня понятны, для них понятны. Интересы, в принципе, пока совпадают. Им нужно выйти, ну, хотя бы чуть-чуть на более высокий уровень. Нам нужно для этого сделать нормальную программу и объединить их в единый коллектив. Условия для того, чтобы решить те задачи, которые сегодня стояли, они у нас были. Физическая подготовка – это атлетизм, работоспособность, координация, которая является основой для совершенствования индивидуального мастерства. Вот. И какие-то решения каких-то таких групповых тактических задач. Вот. Нам важно, чтобы игроки хорошо друг друга понимали и хорошо знали, каждый из них хорошо знал, что ему надо делать на поле в конкретной ситуации, в ту или иную конкретную ситуацию. Что-то удалось, что-то нет, тоже как всегда, здесь ничего такого нового нет. Мы, так сказать, предполагаем, да, говорят, а Бог располагает. Мы хотим сделать очень многое, и для этого я думаю, что стараемся в достаточно полной мере, да, как и объемы большие. Но сказать, что мы все задачи решаем и так сказать, движемся какими-то очень быстрыми темпами, я бы так не сказал. Конечно, ведь каждый из этих игроков, пока наступил его сегодняшний день, прошел какой-то значительный этап подготовки, да, кто-то 15 лет, кто-то 20 лет, кто-то 10 лет тренировался и достиг какого-то уровня. И считать, что мы сейчас за 3-4 дня этот уровень заметно изменим, то он останавливал мяч ногой, а сейчас будет носом останавливать там или еще что-то. Такого, конечно, нет. Надо понимать, что вот на этом этапе каждый шаг вперед дается все-таки с трудом большим. Стараемся, работаем. Да, контрольных матчей не было, были вот такие игры. Контрольные матчи будут сейчас, их будет не так много, время незначительное для подготовки. Хотелось бы на пару игр побольше сделать, но не получится, слишком сжатый промежуток времени. Вот. Ну ничего. Не надо дергаться, надо хорошо видеть поле. Рационально играть. Аккуратно отдал. Говорить отдельно по игрокам сейчас нет резона, хотя, конечно, такая группа игроков, как там, которая у нас есть в средней линии, она наиболее такая, что ли, индивидуально сильная. А те ребята, которые играют в обороне и в атаке, там, конечно, они чуть-чуть с более низким качеством, с более низким уровнем индивидуального мастерства, как лучше сказать. Ну, нам надо усиляться. Возможно, еще новые приедут на отбор. Мы постараемся, чтобы у нас был единый коллектив, чтобы была команда, чтобы игру понимали все достаточно глубоко и взаимопонимание, чтобы было у них хорошее, чтобы уровень физической подготовленности был высокий. Вот. Мы к этому стремимся, я думаю, что вот эти задачи мы сумеем решить.